Команды мальчиков и девочек 2001, 2002, а также 2003 и 2004 годов рождения соревнуются в финале между командами-победителями из 16 областей Центрального федерального округа России. Это более 60 команд по мини-футболу. Стоит отметить, что команды Москвы и Московской области выступают отдельно. Соревнования проходят с 9 по 12 февраля. Центральный федеральный округ очень большой, команд очень много. И Московскую область мы выделили как отдельное. После этого команды, победившие здесь, едут на финал всероссийский. Он у нас проходит в марте. Значит, 21 марта начинается. И со всей России туда приезжают команды с каждого федерального округа. То есть 10 команд. Каждого федерального округа плюс у нас город Москва и город Санкт-Петербург.